Если ты знаешь, как крафтить сундук, поставь лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк? Умничка. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Alplay, и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в игрушку под названием Loki Craft, в которой мы продолжаем наше очередное выживание. Ребятки, находимся мы с вами на довольно-таки прикольной местности, тут я еще не выживал, и это у нас будет первый раз, что мы с вами выживаем на необитаемом острове. Выживание у нас будет очень похоже на Skyblock, только в отличие от Skyblock, а тут у нас довольно-таки много водички есть, и вот такой вот, неказистый, но тем не менее, островочек. На этом острове нету никакой живности, ни барашки, ни свинюшки, ну вообще ничего нету. Единственное, что тут есть, это растет одно дерево. И я, в принципе, за это очень благодарен. Потому что если бы не это дерево, нам было бы с вами вообще трындец. Также, друзья, тут у нас есть полуразрушенный портал в ад. И есть у нас сундучок, наверное, со стандартным набором. Сейчас мы с вами проверим. О, кстати, тут еще есть островочки. Но они чуть-чуточку подальше находятся. С той стороны у нас вообще нету никаких островов. А здесь вот у нас, смотрите, есть типа что-то наподобие два острова, на которых можно будет перебраться со временем, когда у нас будет хотя бы лодка. Потом, возможно, каких-то ресурсов мы там с вами раздобудем, и опять можно будет вернуться сюда, к нам на родину, скажем так. Так вот, здесь у нас есть сундук и стандартный набор для выживания. Есть у нас тут огнево, 8 блоков обсидиана, 1 золотое яблочко, 1 ведро лавы, морковка и 1 ведро воды. Ну и давайте, наверное, мы с вами вот этот вот тоже сундучок заберем, он нам пригодится. Мы с вами, конечно же, возле портала в ад выживать не будем, мы с вами будем выживать чуть-чуточку подальше. Тут у нас довольно-таки интересная такая местность. Еще раз повторюсь, ребятки, тут я еще ни разу не выживал. Давайте мы с вами где-то здесь. Ой, это у нас что такое? Это, наверное, эндермен какой-то. Короче, ребят, смотрите, там у нас что-то заспавнилось, походу, и немножечко что-то подсвечивается черным цветом. Надеюсь, со временем пропадет. Так, давайте мы здесь с вами поставим сундук. И в сундук как раз-таки все вот эти вот вещи посбрасываем, чтобы не потерять. А теперь попробуем, давайте, ребятки, раздобыть немножечко еще дерева. Нам нужно будет этот вот полностью, все вот это вот полностью дерево разбить. Если честно, тут, довольно-таки мало древесинки, я думал, ей будет побольше. Один блок дерева мы с вами только раздобыли. Так, тут у нас еще, наверное, один блок дерева будет. Ребятки, я так понимаю, что с древесинки у нас тут будут с вами проблемки. Потому что помимо вот этих вот, сколько, 4, наверное, блока, да, помимо 4 блоков дерева, у нас вообще ничегошеньки больше нету. А, кстати, давайте еще, знаете что, давайте мы с вами вот эту вот траву позбиваем. О, круто! Одно семя пшеницы я нашел. Это означает, ребятки, что мы с вами можем помимо морковки еще и пшеничку выращивать. О, еще 3 семена нашел. Вернее, еще 2, и у нас уже их 3 есть. Тут у нас еще травка растет. Как же хорошо, что у нас тут будет уже, наверное, пшеничка. Да, 4 семена пшеницы я нашел. Так что помимо морковочки, которую я планирую развести, у нас еще, наверное, будет с вами пшеничка. Это круто. Давайте мы сейчас с вами это все поскидываем тоже в сундучок, чтобы не потерять. Значит, что мне нужно будет сделать? Кстати, мы с вами можем, знаете, что сделать? Мы с вами можем сделать генератор булыжника. При необходимости можно будет добывать булыжник. Наверное, давайте мы с вами это и сделаем. Потому что булыжника тут у меня, кстати, нету вообще. Значит, перво-наперво нам нужно будет сейчас расшить немножечко досок. И сделать уже верстак. Так, крафтим. Теперь мы с вами можем с помощью верстака сделать уже деревянную эту кирку. Теперь, ребятки, мы с вами можем сделать генератор булыжника. Давайте генератор булыжника мы сделаем чуть-чуточку поодаль. Где-то можно здесь его, наверное, поставить пока что. Если что, потом мы с вами его уберем. Значит, вот так вот один блок выбираем песка. Раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два. А нет, один лишний, по-моему. Этот нам не нужно убирать. Значит, тут нам нужно будет вот так вот еще один блок песочка забрать. И теперь у нас будет место под генератор булыжника, да? Сюда мы с вами должны воду вылить. Сюда мы с вами выливаем лаву. И да, и у нас получился генератор булыжника, ребятки. Теперь мы с вами сможем добыть хотя бы немножечко булыжничка. Давайте мы с вами тоже все вещи, которые есть, попрячем. Очень, ребятки, у нас тут мало ресурсов, поэтому все-все мы тут с вами должны будем сохранять. Ничего не должны выкидывать, тут выживать будет очень сложно. Но я надеюсь, у нас все получится. Сейчас я попробую тогда несколько блоков булыжника, наверное, раздобыть. Давайте мы с вами чуть-чуть сделаем вот так вот пониже его. Чтобы прям блок сразу в инвентарь у нас и шел. Сейчас я хочу, знаете, что сделать? Сейчас я хочу сделать печку и хочу сделать уже каменные инструменты. Нам нужно будет с вами сделать, наверное, каменную лопату. Для того, чтобы вот тот вот островочек полностью нам нужно будет его, ребятки, убрать. Там собрать немножечко блоков земли, а также, ребята, вот тот вот весь песочек пособирать. И выровнять уже территорию, чтобы у нас тут не было никакого горбика. И можно было бы посадить уже
на землю первые наши саженцы. Саженец морковки один и пару саженцев пшеницы. По-моему, 4, да? Довольно-таки долго добывать, если честно, этот булыжник. Тут у нас, по-моему, еще несколько попадало блоков, нет? Нет, не попадали, значит, мы с вами только 6 блоков собрали. Ну, добывать его сложно из-за того, что это у нас все-таки деревянная кирка, ребятки. Если была бы у нас с вами каменная кирка, это было бы намного все проще и намного быстрее. Но пока что у нас только деревянная. Давайте, наверное, мы с вами сделаем все-таки каменную кирку, потому что деревянный, ну, очень долго. Значит, нам нужно будет сейчас еще 2 палочки взять, сделать себе каменную кирку. И теперь с помощью каменной кирочки мы с вами намного быстрее должны будем добывать наш булыжник. Кстати, знаете еще, что нужно сделать? Давайте мы с вами поступим следующим образом. Я, наверное, все-таки сделаю сейчас еще лопату. Да, давайте, наверное, мы с вами сделаем реально лопату. И уберем, наверное, ребятушки, вот у нас есть каменная лопата, уберем вот эти вот все блоки и посадим уже наши саженцы, потому что я вижу, я очень сильно проголодался уже, ребятки, и скоро могу погибнуть от нехватки еды в организме. Поэтому сразу же нам нужно будет сейчас посадить нашу пшеницу и нашу морковку. Тут помимо пшеницы и морковки у нас вообще нету никакой еды, поэтому с едой тут будет проблематично. Нужно, конечно, будет ждать, пока у нас тут опять появятся какие-то животные, может, наспавнятся, или хотя бы, чтобы несколько пауков заспавнилось, чтобы мы с вами сделали себе удочку. Но для этого нужны мобы, а пока что у нас нету ничегошечки, ни мобу, вообще никого. Что-то мы тут с вами блоков песка много набрали, но землицы еще не видно. Давайте, наверное, мы с вами все-таки пару блоков земли отдельно наберем, а этот вот остров потом разрушим. О, круто, глядите, сколько много саженцев дуба, 5 штучек, вот это нам повезло, 6 штучек, отлично. Тут у нас, правда, ни одного яблочка нету, но зато, ребятки, мы с вами уже раздобыли 6 штучек саженцев дуба. Это отлично. Можно, кстати, будет несколько их посадить здесь, чтобы они себе тут росли, и опять мы с вами древесинку собирали. Давайте, наверное, мы так и сделаем, пока мы тут с вами ничего не будем убирать. Здесь я посажу один саженец дуба, и где-то здесь давайте мы посадим, пускай они себе растут. Древесинка нам нужна будет, поэтому пускай она себе растет. Кстати, сейчас у нас будет уже ночь, друзья. Мы с вами только начали выживать, а у нас уже ночь. Так, теперь нам нужна будет еще мотыга, кстати, деревянная или каменная. И нам нужна будет... Да, нам нужна будет с вами каменная мотыга. Теперь мы с вами можем блоки земли поставить где-то... Даже не знаю где. Возле водички. Хотя нет, мы с вами можем и возле водички и не ставить. Мы с вами можем где-то здесь вот так вот пару блоков поставить. У нас же есть ведра. И воду мы с вами можем принести, в принципе, да? Так, ну, где-то вот так. Пока я сделаю небольшую такую грядочку. Потом при необходимости мы с вами сможем ее переделать. Берем ведерко одно воды. И теперь нам нужно будет еще, друзья, раздобыть... Блин, давайте, наверное, быстренько еще раздобудем пару блоков булыжника. Мне нужно сейчас печку сделать для того, чтобы скрафтить факела. Не успеваю я, ребятки, ничего делать. Хотел посадить быстренько морковку и пшеницу, но если я сейчас не сделаю факела, то тут наспавнится очень много мобов, и если они нас уничтожат, будет очень обидно. Потому что у нас тут ни еды, ни воды, грубо говоря, ни оружия нету. Так, ну вот у нас тут есть 8 блоков. Давайте мы здесь, наверное, сейчас быстренько с вами скрафтим нашу печку. В эту печку мы с вами сейчас закинем блок дерева. И также деревянную кирку и деревянную вот эту вот палку. Надеюсь, уголечек у нас сейчас тут создастся. Ребятки, нет, это нам нужно. А, уголечек у нас есть, но у нас нету палки. Ё-моё, ребятушки, у нас с вами нету ни одной палки для того, чтобы мы с вами сделали факела. Вот у нас и первые... первые трудности. Мы с вами же не можем добыть палочку, да? Друзья, для того, чтобы добыть палочку, мне нужно 2 блока древесинки, а у меня тут только он один. Благо, что тут хотя бы есть у нас лава. Если бы не эта лава, то тут вообще было бы очень и очень темно. Вон там уже наспавнились первые мобы. Блин, ребят, там у нас, по-моему... Кто это такой? Кто ты такой? По-моему, то был скелет. Давайте мы с вами сделаем следующим образом. Тут вот я сейчас проложу несколько вот так вот блоков песка. И надеюсь, те мобы, которые будут спавниться с той стороны, сюда не доберутся. Вот этот вот все-таки чувак хочет, ребятки, добраться. Сейчас мы с вами вот так вот сделаем. Побольше блоков песка заложим. Надеюсь, он не доберется. С той стороны мобы будут спавниться, когда у нас наступит белый день, солнце их сожжет, и мы с вами пойдем и пособираем все те ресурсы, которые с них повыпадают. Ну а пока давайте мы с вами наносим воды в нашу грядочку. И посадим уже первые наши саженцы. У нас тут оружия тоже нету, если что, придется отбиваться, ребята, лопатой или киркой. Да, выживание тут намного, ребятки, будет посложнее, чем на скайблоке. На скайблоке у нас дается нормальный, в принципе, дерево, а тут нам дали какое-то очень плохое дерево. Я вижу, что уже один зомбачок ко мне идет, видите? Он уже хочет со мной сразиться.
Нужно сейчас будет его, наверное, хотя бы киркой добить, потому что ничего получше у нас нету. Давайте подождем, чтобы он ко мне уже подошел. Вот он, ребятки, уже подошел. И мы его с вами должны будем вот таким вот образом киркой добить. Если бы у меня была лопата... Ой, говорю, если бы у меня был топор, было бы покруче. Кирка наносит поменьше урона. Ну ладно. Давайте теперь мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами заберем все те ресурсы, которые у нас тут есть. Это у нас будет, ребятки, саженцы, пшеницы и одна морковочка. Теперь мы с вами можем эту вот грядочку вот так вот раз, два, три, четыре, пять обработать. Сюда мы с вами высаживаем тогда нашу пшеничку. И сюда вот мы с вами высаживаем тогда нашу морковочку. Отлично, все, нашу грядку мы с вами посадили. Постепенно, постепенно, ребятки, все эти вот овощи, фруктики будут расти. Мы с вами сможем со временем уже еды раздобыть. Если я прям очень сильно проголодаюсь, у меня еще есть одно золотое яблоко. Тут сразу же, по-моему, тоже дали, да? Или нету золотого яблока? А, есть, вот смотрите, есть у меня одно золотое яблочко, я смогу его съесть и восстановить силы. И надеюсь, что с тех дубов, что мы с вами посадили, тоже вырастет хотя бы несколько деревьев. И можно будет потом, ребятки, тоже пару яблочек собрать. Кстати, давайте, знаете, что мы с вами еще сделаем? Давайте я, наверное, возьму еще, ну, хотя бы вот этот вот один блок земли. Поставлю его где-то вот здесь вот. И мы с вами еще посадим несколько саженцев дуба. Чтобы у нас еще древесинки побольше было. У нас тут вообще нету никаких ресурсов, поэтому побольше этой древесинки нужно посадить. Один саженец мы с вами прямо здесь вот посадим. Надеюсь, он вырастет. И один саженец можно нам посадить даже вот здесь вот, да, на краечку. Если он тоже вырастет, то мы с вами потом соберем. Короче, изначально, ребятки, мы с вами посадили пару саженцев. Посадили немножечко мы с вами уже наших овощей для того, чтобы кушать. Сделали генератор булыжника. И, к сожалению, пока что у меня не хватает палочек для того, чтобы скрафтить уже себе факела. Поэтому придется нам еще ночь тут повыживать. Как только у нас наступит белый день, мы с вами постараемся еще раздобыть каких-то ресурсов. К примеру, там, возможно, покорят все эти монстры. Мы с вами собираем немножечко ниточек, каких-то косточек и так далее. Раздобудем, надеюсь, уже побольше древесинки. И уже к следующему ролику у нас будет более-менее нормальное выживание. Ну, а пока что, друзья, на этом все. Если кому понравился данный ролик, пускай поставит лайк. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки, всем пока!